Мы появились в какой-то очень странной штуке. О, привет, ты кто? У меня есть сыр, которым я накормлю тебя. А, зеленый сыр, что за фокус? Нажмите, чтобы открыть. Не, подождите, дай я возьму. Просто антисыр. Я подержу эту дверь, вы заходите, я подержу... Ой. Мы в настоящем сырном мире. Если крыса на меня нападет, тогда... Какая крыса? Какие крысы? Здесь крыса. Ну да, тут же сыр! А идемте посмотрим, что там у нас происходит. Только мышка подальше отойдет. Все, пошлите. Погнали. Давайте мы спецназу с первого уровня. О, давайте сюда, идемте. Быстрее, скорее, скорее, за мной. Я знаю, куда идти надо. А я нет. У тебя зеленый сыр, давай, отманивай эту мышку. О, я нашел один сыр. Но надо скорее подниматься, потому что мышка нас сейчас съест. Там какой-то зеленый ключ. Я ключ синий. Сейчас возьму. Так, я взял зеленый ключ. Ого, теперь у меня есть зеленый ключ. А у тебя зеленый сыр, а у меня зеленый ключ. Ага, значит, все взяли, да, все взяли ключ. Там еще сыр должен быть, Где сыр? У тебя интуиция на сыр, что ли? Ого, еще один сыр, да. Правда? Надо 9 сыров собрать. Потом их всех съесть. Так, давайте допрыгнем до той зеленой кнопки. За мной идите. А, мышка! Тут зеленая дверь, смотри, надо сюда. Да, идите сюда. А давайте мышку потроллим, смотрите. Мышка! Я здесь. Ладно, я иду к вам. Ой, что за глюки. Так, введите пароль из 4 цифр. 2, 4, 8, 3. Ой, 8, 2, ну и ладно, пофиг. А, значит неправильно. 2, 4, 8, 3. Угу. Неправильно? Нет, 3, 8, 4, 2. 3, 8, 4, 2. Что-то нелогично. А, это там наоборот? Что? Я гениус. Побежали, а чё мы такие медленные, как тараканы? Тут... О, смотрите, тут лампочка, а тут вторая. А третьей нету? О, вон там третья. Еще одна лампочка? Да. Еще одна? Это что, какой-то симулятор бега? Мы уже тут сколько прошли? О, нет. Там красный ключ. Хоп. Бокси Коу еще возьмем. Возьми ключ. Я Бокси Коу люблю пить, смотри. Она очень вкусная, я ее люблю. Так, возьмем сыр. Ой, блин. О, смотрите, там синий ключ. Давайте, полетели. Давай, сможешь. Ладно, у меня тоже не получилось. Мышка. Будет сейчас. Давай тут спрячемся. Так, нам нужно найти, куда ставить этот красивый красный ключ. Побежали за мной, давай. Я знаю, да, я буду нас вести, потому что я должен нас вести. Хоп, о, дощечка. Видишь, я нас привел куда надо. Ладно, пока мышка там пытается нас съесть и снаружи, мы будем тихонько кушать боксиколу. Нам совсем не страшно. Мышка, фу, убери свой вонючий сыр. Давай. Let's go. Ой-ой-ой. Привет, крыса. Пока, крыса. Привет, крыса. Пока. Бежали. Хватит, ты там, мной, я знаю, куда бежать, потому что я этот... крутой. Ой. Я что-то слышу. Нет, отбивайся доской от нее. Отбиваться доской от мыши? Великана? Да, вроде сюда должна. А, да, там проход должен. Да, я знаю, что надо делать. Сейчас мы идем вот сюда, смотри, мы прыгаем сюда, потом бежим сюда, потом ставим сюда. Нет, этот подождите. Ключ. А, вот, все. Да. Я все запомнил. О, кстати, смотри, эта дверь открылась. А нет, тут а там не паркур будет, да, сэр. Паркур! Там, сэр. Так, хоп, сейчас пройдем. Не люблю такие паркуры вообще. Давайте перекусим бокси-колой. Все, я прошел, ура. И забираем этот сыр и возвращаемся обратно. Да, так, да. А вот то самое место. Ставим доску и забираем эпичный синий ключ. Ура! Теперь нам надо к зеленой двери. Опять? Зеленой... Теперь ты нас веди, потому что я уже запутался в этих лабиринтах. Я пойду сюда. За мной иди. С этим вонючим сыром бегаешь. О! Сохни, сейв-зона, фух! Заскамили мышку. Видимо, она чуть-чуть все наши ключи и сыры не отобрала. Если нам скучно или грустно, то мы можем попить Бокси Колу, нам станет весело. Давай, ты впереди, потому что у тебя есть вонючий сыр против мышек. Ой-ой-ой. А, не. Меня спас этот сыр. Да. Я покажу крысу, а ты ищи этот проход. Не понял, ты отвлекаешь крысу? Да. Я уже в этом там, где зеленый ключ. Да? А мышка за мной бежит! Нет, надо бежать. Где мышка? Она прям за мной. Выпьем Бокси Колу, чтобы успокоиться. 3, 2, 1, побежали.
Так, у меня есть синий ключ, и я бегу к вам. Давайте. Куда идти? Да наконец-то ты побежал. Ага. Это просто злая мышь меня караулила. О, смотрите, тут синяя дверь, кстати, да. Смотри, тут еще один сыр есть, я его заберу. Так, смотри, тут какая-то кнопочка, может на нее пикнем, она красная. Я люблю красную. Не-не-не, а когда она еще светится. Не нажимаю, но когда она зеленая. Вот смотри, я нажимаю и беги за мной, быстро. Бегу. Куда? Падать? Сердце, мышка! Нет, меня съели! Я остался совсем один в огромном сырном лабиринте. Девшастает огромная зеленая, не зеленая мышь, которая хочет меня съесть. И у меня совсем ничего не осталось. Все, плохие мыши. А как я теперь нажму на кнопку? Ясно. Магия монтажа, я уже здесь, и у меня есть синий ключ. Это было долго. Так, нажимаем на красную кнопку, то есть на зеленую, и бежим сюда. Ура, тут открылась дверь какая-то, видите, я тут взял крутой сыр. Ура, у меня есть еще один сыр. Ой, что такое? Не знаю, что произошло. Мне осталось найти два сыра, где вы? О, я нашел один сыр вот тут. Смотри, у меня есть радужный ключ такой, видел? Крутой. А у меня 9 вот же последний сыр. У меня только 7 сыров. А. Ищите сыры. А я пока здесь посижу. Готовы? 3, 2, 1. Побежали скорее. Проход. Давайте. 1, 2, 3. Смотри, мы уже сбежали. Давай боксикову попьем. Что-то стрёмное немножечко. А, погнали. Давай сбежим отсюда, что ли. Ой. А! Вы были кикнуты с игры. Понятно. Ну что ж, тогда перезаходим. И сейчас у нас открылась вот эта дверь. У нас тут есть белый ключ, вот я нашел белый ключ. Она там, где еще зеленая дверь. Там же живут. Погнали. Ключ. Так, берем зеленый ключ и побежали за мной. Прыгаем вот сюда, потом вот сюда, тут зеленый ключ. Так, я снова здесь, вводим пароль задом наоборот. Я бегу. И зачем мы сюда пришли, мне интересно. За мной надо идти. Все да. Понятно, идем за тобой, даже не знаем куда и зачем, и вообще за что. Можно задом идти, если хотите. Да. Сюда. Да? Тут забраться надо. О, тут забраться можно было? А, забираемся здесь. О, тут дверь, смотри, белая. Хоп, открываем. А, вот для этого на белый ключ. Желтый ключ, иди ко мне, мой сладенький. Так, теперь снова нужно подняться по этой огромной лестнице. Ну, че так долго? Так, снова открыть эту дверь. Ой, я не хочу падать, знаешь. Можно я осторожно спущусь? Когда я упаду? Ты разбился, все. Так, осторожно спускаюсь. Гениус. Нет! Ты гениус, ой, больно. Очень больно. Теперь нужно отсюда сбежать и вставить этот золотой ключ. А я не знаю, куда его вставлять даже. Боксикова обязательно надо взять. Так, смотри, идем за мной. Так, все, я прибежал в сейф-зону, давай идем. Ой, и вот тут, я помню, нужно вставлять вот этот желтый ключ. Так, заходим в белую дверь, то есть в желтую, а в ней белая. И где же мы оказались? Ну, 8 кнопок надо найти, вот тут первая. А я вообще не знаю, куда повернул. Я слышу мышку. Только какие-то шаги. Кнопка. Я люблю жмакать на кнопки. Если эта крыса тебя увидит, то она на тебя бежит, а так она просто... Я бегу по бесконечному лабиринту с моими любимыми кнопками. О, нет! Не-не-не, только не меня, пожалуйста. Иди к ее раз укуши, я не вкусный. Она за мной бежит. Вот она. Нет? А, у меня защитная зона. Ха-ха-ха-ха, пока. Привет. Пока. Стоп. Не-не-не, ты не можешь проходить через защитную зону. Так прикольно троллить огромную крысу. Давай, топай отсюда, ничего не сделаешь. Я победил большую мышку. О, привет, ты прибежал, да? Я сейчас пойду, я читами прибежал, вот, Фай. Читер, не уважуху, все. В конце, наверное, кнопка Go. Так, ну давай, побежали. Там просто огромная мышь, и мне немножечко неохота туда идти. Так, ладно, она пошла за тобой, поэтому я пойду спокойно. Ага, вот я нашел одну, где вторая? О, я еще одну нашел, видишь, вот. Мне осталась последняя кнопка. О, вон, я вижу кнопку. Последнюю. Так, нажал. Ой, мышка за мной бежит. Она прям здесь. А я уже в этом, а у меня уже серый ключ здесь, вы знали? О, вот тут серый ключ я нашел. А, ты уже взял? Так, теперь мы просто бежим отсюда.
этим ключом. Вижу, пойди так быстрее. Не, мне не так а хорошо. А вот где я не вижу вас? Так, у меня есть серый ключ, но куда его ставить, я без понятия. Это надо в начало прямо идти, в самое начало. Вот туда. Я вспомнил, там, где зеленый ключ надо ставить, там можно поставить. Ой, а вот это крыса уже обычная, смотри. Там где зеленый ключ, на лестнице ухо, на этой лестнице вот. Да, я тоже вспомнил. Вот тут прям налево нужно вставить этот ключ. Поехали. Погнали. Не понял. Тут нужен фиолетовый ключ, они издеваются. Я тут нашел карту. Мы тут какие-то три вопросика в центре. Так, и потом поворачиваем налево. Я все понял. Пошли домой. А ты хочешь там начали, там легко. Ты куда? Не туда, стой. А то нельзя. Я отсюда, кстати, еще не прыгал. Бежать. Рыться. Ух, смотри, как нам. Чего? Мне с первого раза. Ура! А, крыса! Не-н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 е
кому крысу надо? Вот три вопроса. Я успел запрыгнуть в вопросики. Где я? Привет, крыс. Так, я у тебя возьму фиолетовый ключ, ты не против, надеюсь. Теперь у меня есть фиолетовый ключ, и у тебя тоже. Красный сыр. Что? У тебя целая коллекция вонючих сыров. О, крыса. Ай-яй-яй, какая плохая. Главное сейчас ключ не потерять. Так. О, крыса. Сейчас попробуем ее обмануть. Нет, не получилось, я потерял все свои ключи. Нее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 ee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 
Так, сейчас я добыл все два ключа, то есть фиолетовый и серый. Это было очень долго и сложно, я не хочу их потерять опять. Поэтому сейчас мы идем сюда, где... Бежать! Бежать! Что опять? Я бегу, как Флэш. Ура, у меня получилось, наконец-то. После стольких ожиданий. Ура! Открываем это, открываем вот это. И... Что? Ради одной кнопки? Открылась дверка с волшебным сыром. Красный сыр. Бери в руки красный сыр, и надо теперь искать эту крысу. Мы ее накормим этим сыром, она отравится, и мы ее убьем. Ха-ха-ха-ха, крыса. Мы ее не убьем, мы ее, наверное, отравим. Не, я хочу убить крысу. Где крыса? Крыса! Вот, вот. Давай сюда иди, вот тебе. Все отравили. Где мы? Паркурчик? Мы же вроде ее отравили, а не себя. И почему куча заплесневевшего сыра? Так, проходим. Все, я прошел паркур. О, мы все... Вот тут, да, вот эта карта, а вот мы, да, вот спавны. Ну ладно, пошлите. Приготовьтесь, ребята. Уу! Да, мне очень повезло. Я стоял у краешка, и меня эта штука толкнула. Мышка своя сейчас за тобой побежит. А, что? Она по воздуху ходит. Баба, ура, я заспавнил, взял ее, теперь надо бежать. Мышка, до свидания еще, я ухожу. Она прыгает. В упор подходим. О, нет. Ладно, лучше, это была плохая идея. Теперь пришло время мести для тебя, мышка. Я тебе отомщу за то, что ты меня съела. Теперь лучше бежать. У нее мало хп. О, все, мы убили. Спавнился. О, тут что-то появилось. Портал. Ух, стой, подожди, дай 5 секунд пожил. Меня куда-то отправил уже. А я бегу. Это английский. И что, все, никакой подарок не дали, да? Нет. Думаю, мне подарок не дали. Все, я долго проходил, все, пока. Сейчас я вам рекомендую посмотреть видео, где мы прятались от радужных друзей в Роблоксе. Ну а с вами был Геймс. Всем пока.